Здравствуйте, дорогие подписчики, а также гости нашего канала. Сегодня вашему вниманию представляем пневматический газобаллонный пистолет от немецкой фирмы Umarex Glock 22, 4-й генерации. Пистолет поставляется в картонной коробке, в которой находится инструкция к пистолету и сам пистолет. Рукоять пистолета, так же как и рама, выполнена из пластика. Затвор металлический. Открытые прицельные приспособления не регулируются. Ударно-спусковой механизм одинарного действия, работает только самовзводом. Автоматический предохранитель рабочий. Под стволом находится еще один предохранитель, который разобщает ударно-спусковой механизм. Также на раме снизу находится планка-вивер для установки тактических фонарей либо ЛЦУ. Затвор пистолета и затворная задержка пистолета неподвижны. Для того, чтобы снарядить пистолет, необходимо извлечь магазин, отодвинуть подаватель в крайнее заднее положение и засыпать шарики калибра 4,5 мм. Емкость магазина составляет 19 шаров. Для установки баллона необходимо отщелкнуть накладку рукояти, ослабить поджимной винт и установить в корпус 12-граммовый баллон. Далее закручиваем поджимной винт до характерного звука. Пистолет снаряжен и готов к стрельбе. Протестируем скорость выстрела с помощью хронографа. Данный пистолет является газобаллонной репликой австрийского самозарядного пистолета Glock 22 в калибре 40 Smith & Wesson, разработанного для агентов ФБР. Как видим, в среднем данный пистолет выдает около 130 метров в секунду. Так как данная модель сертифицирована до 3 джоулей, следовательно, приобрести вы ее можете как в интернет-магазине с доставкой, так и в розничных магазинах сети Airgun. По промокоду, который вы видите на экране, вам будет предоставлена скидка при оформлении заказа. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть далее в наших обзорах.